Даже самые большие мощные кошачьи в Африке — львы, которые не боятся никого, все же сталкиваются с огромной проблемой. С белым носорогом. Рядом с ним детеныши. Этот близорукий раздражительный гигант сейчас на стороже. От одного запаха льва этот двухтонный танк может прийти в ярость. Плохое зрение носорогов компенсируется острым слухом и обонянием. Большие кошки не хотят неприятностей и не делают резких движений. В этой схватке им не победить. Но у носорога, как и у других местных травоядных, есть проблема посерьезнее. Засуха.